Ладно. You'll never stop me. Детка, давай! Не за сиськи взяли. За автомат. Давай, помогай. Стреляй в них. Что ты там стоишь, ни хрена не делаешь? Я говорю, стреляй в них, дура. Уволю, блин. Ногами вперед. С рабочего места выйдешь. Лучше вам меня не трогать, господа. Да ну эта херня не дамажит. Блин, не могу пистолет-пулемет почему-то использовать. Вниз. Хорошо, что патронов достаточно. Так. Отлично, это запрещенная зона у нас, да? Потрясающе. Это на острове, что ли? Давай же, умирай уже. Меня сейчас пристрелят такими темпами. Умри! Спасибо. Я ж тебе в голову попал, кретина кусок. Совсем нет ничего в голове, раз ты все еще жив. Нифига себе, гвардия. Девка, ты косая, как... Я даже не знаю, кто. Надо было негра в монашку нарядить, он бы лучше справился с твоей задачей. Еще один лифт. Тут лифт на один этаж, видимо, ходит. Мы сколько сюда забирались, интересно? Наконец-то до тачки добрались. На беленькой поедем. Да давай его в багажник. И отберите у него нахрен катаны, вы что, совсем долбанулись? Keep him quiet while we get back to the crib. And if he wakes up? You're the bloody canonist. You'll think of something. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я боюсь представить, что с нами сделают эти твари. Если врежутся в нас. Километр проехать нужно. А как это сделать, непонятно. Потому что нас будет этим лазером бесконечно поливать. Yeah, about that. We're just kidnapping you. What? Really? Do we need to spell it out? Давай, давай, едь. Зачем тебе нитро? Если ты не едешь. Не туда едь. Мы пока живы. Как ни странно. Ура. Check the bodies. Get me Monica Hughes. They have Burke. What? Well, find him, goddammit. I assure you, ma'am, we'll get him back. Все та же стандартная цена в 10 тысяч. Ну, по авторитету очень неплохо награждают. Костюм кардинала теперь в вашем гардеробе. Пускай эта тёлка все время в костюме монашки ходит, и будет нормально.
Вот это погодка. Кто там туберкулезом болен? Не надо кашлять. Большая ошибка. В моем присутствии кашлять. Пристрелю ведь. Так, у меня по-любому перевелись деньги, нет? Странно. Очень странно. Так, странная наука. Это уже все было. Так, ладно, продолжаем. Куда бы мне податься? Куда бы мне податься? Может быть, что-нибудь вытворить такое, этакое. Есть тут еще шерстогазм? Или какой-нибудь... О, погром. Можно туда. Далековато, конечно, но... Как я уже миллион раз говорил, тут везде недалековато. Кажется, что далековато, а на самом деле нет. Ладно, погоним на этой тачке. Тем более вмиг доберемся. Пожалуй, я сфоткаюсь под дождем, это очень романтично. Почему нельзя спускаться с пистолетами, например? Спасибо! Спасибо! Пока! Потом проверишь пленку, скинешь мне на мыло. О, есть что купить. У них есть что продать, есть мне что купить. Еще деньги, не помешает. Сколько? 5000, да. Ну, клиники пластические меньше и не стоят. Надо мне набрать 50 уровень. И вообще не париться. А, поехали вот сюда. Пройдем эту фигню. Секр. Эй! 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 О боже. Только не это. Только не это. Только не это. Есть. Этника в мании. Блин, я каждый раз теперь буду на перезарядку жать, хотя у меня теперь вообще без всяких проблем бесконечные патроны, ну точнее бесконечная обойма. Блин, я за этим ни хрена не вижу. Анетникл! Опять анетникл? Справа что-то? Манишот! Неплохо. Манишот! Так, анетникл, этникл. Нехило. Да, хорош! Не надо. Мне нужно здоровье, черт возьми. Причем срочно нужно. Да отвали! Блин, скид 20. Этот чувак, как всегда, не к месту. Ненавижу этих поганых великанов. Особенно, когда не восстанавливается здоровье. Это вообще какой-то кошмар. Надо было ему в башку стрелять. Твою ж налево, твою ж налево. Твою ж налево. Да твою ж налево. Да твою ж налево, да твою ж налево. Да твою ж налево, да твою ж налево. Да твою ж налево. Да твою ж налево. Да твою ж налево. Есть. Ой, анетникл. Я думал, что там манишот или что там, этичность. Где мой хелс?
Это что такое? А, это лазерная штука. Да какого? Хелс? Что-то у меня прям руки опустились после предыдущего унижения меня. Да какого вы мне постоянно переключаете оружие? Убивайся уже, ну. Анетнику! Манишот! Уйди отсюда, Вар. О, господи, вы так и будете переть, что ли? О, здоровье выбил заодно. Да, господи, мать ваша. Как вы задолбались своими. Да! Да fucking motherfucking! Эти гиганты бесконечны, черт возьми. Они просто бесконечны. Это какой-то подставной театр. Welcome once again to Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. Today's event should be a classic, Bobby. That's right, Zach. It's a must-see for Genki. Теперь-то я запомнил. We've seen today's contestant before. It's the leader of the world famous Saints. This criminal kingpin turned media star has excelled in several matches already. Вот винтовка неприятно в этом раунде получать. Плохо, что я эти штуки не грейдил. Ну и ладно, черт с ним. Файт. О, где мой подарочек? У меня нет гранаток. Кто меня поджег? Да зараза, теперь меня будут пытать этим электрошокером до конца моих дней. Ты кто такой? Давай привет. Где мои гранаты на этот раз? И где этот гребаный выход? Неплохо. Есть! Как нефиг делать с полным здоровьем. Харе трындеть, выпустите меня из этой адовой кухни. Для извращенцев здесь доступен фарм. Можно на этих гигантах заработать, но это, конечно, чересчур брутально. Куда мы там ехали? Мы ехали на погром. Давайте продолжим ехать на погром. Оу! Так, мне должны были деньги прийти. Блин, денег нету. Что у нас с боем? А, автоматы теперь будут перезаряжаться мгновенно. Это хорошо. У нас уже 43 уровень. Надо копить на бесконечные патроны к моим пистолетам-пулеметам.
Ха-ха-ха.